Жестко долбимся, жестко. Долби, долби. Ну, как еще лучше огонь пролететь? Ну, я просто не знаю. Блять, жопу подпалил. Зона золота. Золото, несмотря на то, что подпалил жопу. Но хотя я там сразу однерку нажал, типа спринтанул. Да. Не, ну это было быстро, ладно. Это не то, что лазурный простор рядом там с этим, с донжом. Там вообще чокнутая обратная гонка. Неприятная. Я их обкруживаю маленько. Ну, для первого раза неплохо. Все равно идет как бы изучение маршрута чисто. Забавно. Я лечу, делаю обратный маршрут. Кто-то там делает обычный маршрут, и мы такие друг на друга летим. Сейчас выглядело интересно. Найс. Nice. 3,5 секунды, хорошо. Да, двойка-то ясное дело, она как бы поинтереснее, но просто... Можно иногда так улететь, подлететь. Что в итоге эта скорость только в минус сыграет. Третьему не повезло. Какая жалость. Ну, повезет другой раз. Как говорится, кайфую, что не на всех трех говно упало. Сейчас бы на всех трех упало. 6 монеток и все. До свидания. Нормально, нормально. Тут неприятно в конце. Нужно слишком резко выкрутить прям мышку. А я это делал час. Вот. Ты видишь, как советы хорошо помогают. Молодец, фасоль. Сэкономил мое время. Спасибо огромное. Че, 100 получится. Это было резко слишком. Хотя, наверное, так и надо. Вот это золото. Потому что там резко типа повернул и нормально. И я реально должен там, наверное, двойку выжимать в итоге и раскрутить быстро мышкой, что ли, или что, не понимаю. А, нет, по квестам тебе его более не дадут. За Рено, ну, каждой фракции. За максималку 25-30. То есть вот, например, до старта сезона люди качали Renown с кентаврами.
Вот тут у меня в прошлый раз был медленный момент. Угу, сейчас нормально вроде. Вот, до старта сезона люди качали репу с драконьей экспедицией, с кентаврами, чтобы получить первичный настой, чтобы еще до старта типа рейдов сделать себе шмоточки хайгирные. Вот, теперь золото. Нормально. А о том, какие прекрасные официальные сервера, как их охуенно поддерживают то, что половина локальных заданий на скалолазание не работает. Ух, как мы любим официальную версию игры. Ух, как я, блядь, ее люблю. Да. Ради этого мы тут и сидим, да, пропагандируем возвращение людей на официальную версию, чтобы они уходили с пиратских серверов. Конечно, конечно. Именно этим мы тут и занимаемся. Именно ради этого и стримится официальная версия Вова. На всех стримах, да. Ты думаешь, я один такой? Нас, блядь. Рать. Нас рать. Понял? Все. Вот и все, значит. Конечно, мы только ради этого и включаем. Само собой. Как-то разве может быть иначе вообще? А, да. А, это золото. Пусть будет нормально. Ну и там еще же будет DLC какое-то. Ближе к осени, наверное. И, наверное, она потребует первое DLC. Ну, как в Вове, да? Типа одно, второе дополнение, да? Без второго... Без первого не будет второго. Типа такое. Наверное, там такая же механика, хз. Вот. На то, что там реально DLC, которые проходятся за 5 часов, я охуел. Я сначала вообще не понял, что я его прошел. Я же его на стриме проходил. Я смотрю, все, квесты кончились. Чекаем дневник. Чекаем, типа, журнал квестов. Все, пусто. Я такой говорю, что и все, что ли? И чат такой, ну типа да. Не знаю, просто предлагаю услуги о крафтах, всяких там поясов, нагрудников с кузнечки. Я с 1 по 9 февраля или там по 8 500 тысяч голды сделал. Подожди минуту. Золото с первого раза, nice.